абсолютно все, там, кроме Скаверт Мейджа, предположим. Если два пацана дерутся, опять же, пролетает вся команда. Пролетает Фурион, пролетает Висп, Тини. Очень мобильные ребята. То же самое мы практически наблюдали в финале третьего Интернешнала, когда был Хаус Кнайт, Висп, также был Фурион. Мобильность вселенцев там было не занимать. А, был еще и Пак, как бы, да, тоже очень быстрый супергерой. Здесь что-то похожее. Есть и Стампид, и телепорты. Ой-ой-ой, конечно, передвигаться в гейминг будут очень быстро. Лешка. Для чего? У нас будет лишь Рак сегодня. Достаточно неплохо он на нем отыгрывает. Чуань играл еще на Рубике несколько там игр подряд, и был вот как раз таки Рубик лишь Рак. Очень, конечно, хорошо сыгрывались. Посмотрим, как сейчас будет с Фрайскингом. Толь изменится ситуация. Также нетрудно давать стан постоящему на месте персонажу. Ну и давайте по героям. IG. XI будет у нас играть на Инвокере, Джун на Фейслис Войде, Феррари 430 будет играть на Банше, Чи для Лишака, точнее Лишрак для Чи, и Чуань на Врайскинге. Все ясно, все понятно, естественно, Феррари мидлейн, естественно, XI фармить на изи линию, и понятное дело, Джун отправляет у нас на Войде соло хард. Команда Вичи Гейминг, также все ясно, также все понятно. FI будет у нас играть на Веспе, Супер на Фреоне. Фенрир, Скайврат, Мейдж, Айсис, Айс, Тини, это естественно. И все-таки Блэк у нас будет играть на Кентавр в Арунере. Вот вопрос будет, да, сколько Блэк будет стоять за Фенриром вместе на нижней линии. Супер будет стоять соло на Фреоне. Да-да-да. Все именно так здесь и будет. В миде дабла из Виспа и Тиника. Проверено не раз было. Так, Фенрир сейчас проблемы. Немножечко по нему сейчас накидывают. Дали стан. Саныч по таймингу. И Фенрир должен отплывать, конечно же, в таймер. Но Висп пытается подцепить. Дали снова. Фенрир съел танго, но этого мало. И First Blood проливает у нас Чи. Фай, конечно, хотел как-то подставить, но одному саппорту идти ставить. Вар довольно-таки опасно. Конечно, подождал он, да, прям выхода крипов. Подождал, пока абсолютно все оттуда разбегутся, но... Мне кажется, лишь Рак с Фрайскингом просто хотели загангать. В сторону мида. Фенрир напоролся на них. Так, XI пока что обитает у нас на нижней линии в соло. Понятное дело, саппорты в смоках у нас заходят. Кстати, ману здесь уже все отрегенили. Заходят на Айс-Айса. Дали стан. Хорошо. Чи. Так, отлично, задувочка будет. Задуют сейчас по Айс-Айсу. Ну, что Айс-Айс не почувствовал на самом деле. FI еще пробежал. Начинает накидывать здесь по Чуаню. Вань также пострадал довольно неплохо. Ну, два хороших персонажа сейчас в меде. Есть ботл уже веспа. За два танка ботл. Да. Есть ботл, очень хорошо, так еще сейчас отхилилась от Айса. Съел свое танго, съел танго с веспа, можно сказать, через тизер. И 35 хп залили из ботла. Я наделаю типа будет. Вообще, в любом случае. Блайгра против Капджи стал на банше против этой блы. У него это вышло, ну, как сказать, мягко говоря, плохо. Мягко говоря, плохо. Побежали, кстати, саппорт Victus Gaming на нижнюю линию. Блэк понимает, что наглеть ему здесь нельзя. Так, на подстраховочке здесь есть Фенрир с конкассив шотом, если что, там кого-то замедлить немножечко. Проскаут, кстати, сейчас Фенрира. Не знаю, кто ушел в сторону мида. Должен, конечно же, забирать здесь Виз. Возможно, контроллер для Виспа, но придется забрать самому. Виз летел, Чуаня зацепили. Сейчас шарами здесь их паниточка набьет. Сейчас достаточно дэмэджа будет. Санстрайк, FY очень серьезно страдает. Кстати, забирает здесь FY, Фенрир, бежать. Отсюда, если сайт пришел в помощь. Камней под ноги не накидал. Что-то... Решил поставить ману.
не тратится, а вот Фенрир за это, собственно, и отъехал сейчас. Потому что SSS пожалел там стан. Ну и 3-0 пока что ведут у нас IG. Хорошее начало, действительно прекрасное даже начало. 9-0 крипстат у Банши. 9-3 крипстат у Тини. Пока что все одинаково. Что по верхней линии, кстати, да, надо посмотреть верхнюю линию. Ну и сейчас я уберу Акса, кстати, забыл, что Акс. Да, стандартный мы поставим. Я не привык к стандартной озвучке, но... Не суть важно. Супер, нашли здесь сейчас как раз таки. Только хотел поговорить о верхней линии. Дали два стана, молнию себе Хуршун прилетел. Так что там, башек, не башек, особо не играла. Забрали Фуриона. Но Фурион здесь немножечко, конечно, линию у Джуна выигрывал. 13 на 1. Ой, да, 11 на 2. Но это сейчас он уже начал там, естественно, подфармливать. Феррари, мало здоровья. Так, зацепили Иксая. Просветка будет? Нет, просветки, к сожалению, нету. Здесь 1-1-1. Очень прекрасная раскачка. Мне кажется, не ожидал такого Блэк. Никто такого не ожидал. Фенрир, собственно, также думал, да, там Экзорт, наверное, второй, или Квасы. Что-то подобное. Я ждал, что там будет Фэкс, но вот так вот. Контролит иллюзии. Сейчас его в баночке отопьет очень хорошо здесь Тини. Зачем ты выпил сам? Зачем ты выпил сам? Что за мисклики сейчас происходит? Вот, можно было бы сейчас фоллового просто Тини здесь сделать. Но я решил глотнуть сам. Иксай снова находит мани, хватает на гол, прожимает все-таки стики. Густок прокастовал и... Вы сидел во второй раз без подсветок? Возможно, рассчитывали на недостатки. Там же стик. Не сказать то, чтобы ошибаюсь, но просто срать в бесполезное время. Харасить инвокера с танка и со стиком, с классом невозможно. Это его было 200 хп, сейчас у него уже 470 хп. Да. Кстати, в миде-то у Феррари все достаточно хорошо, и накидывает он здесь SSISO. Почему так не делал какая, я не знаю, к сожалению. Есть на задувочку мана, два саппорта снова выбегают. Скорее всего, будет сейчас прожиматься смог. Где смог? Нет. Смока почему-то нету, возможно, где-то здесь сейчас, конечно, прожмут. Эфая не увидели, а вот сейчас Эфая могут найти. Эфай, нашли парня, дали стан. Ой-ой-ой, какая хорошая реакция, успел на самом деле сейчас зернуться сюда. Асисайс также прибежал станет, прилетел еще и супер. Феррари получил конкассив шот, получил голубя, задуть, нужно задуть на самом деле туда. Надо отбить Тини. Очень мало здоровья этому парня, 550 вот сейчас мы сделали. Что мы умрет он с одного плювочка, там, не знаю, от широка, от банши, кого угодно. Айсайсайс поставил Джун сферу, дали туда еще санстрайк, очень быстро умирает он на Стине. Без Стине драка сейчас невозможно, бай также получает танк по голове. Минус 2 это уже у команды Вичи Гейминг. Финнелир задули под моим, кстати. Финнелир также зацепили. И супер. Хотя бы уходит. Минус 3. Минус 3. Сейчас Invictus Gaming делают, можно сказать, на халяву. И вот тебе Тени. Вот тебе Тени, ведь, которые почему-то сейчас ничего не могут. А все, Сайф в погоню за Феррари. Ах, ха-ха, станом, конечно же, промахнулся сейчас. Собственно, лезть дальше было бесполезно. Инвокер, 20 крипов. Ну да, инвокер стоит здесь соло, саппортов никогда у него нету на линии.
Блэк как-то, конечно, подфармливает получше. 34 крипа есть. 1200 голды. До даггера еще долго. Пока что всего-то 7 минута. Что это за куски по дабл дэмэджу сейчас отлетают от SSI-са? Да, конечно, Феррари сейчас харасит очень сильно, столько урона. Ударит он еще по нему, хотя бы разочек, чтобы посмотрели, сколько там влетает. Процентное состояние, соотношение. Юань и Чи. Есть маки у Кинга, почему не высокий, собственно? Это уровень не столь высокий, как должен быть там. Сейчас, как понимаешь, так уже 4-й левел висп, естественно. Висп даже 3-й, я думаю, висп уже побольше уровня будет. И не 6-й, я думаю, висп примерно 4-й слой, 5-й. К сожалению, нет. 7 идут в Invictus Gaming. 1500 картов в золоте, естественно, там у Блэка сейчас денежки побольше. Собственно, поэтому такое преимущество пока что маленькое. Финвир в смоках залетели, но сам Идик заполнили Уокера, дали просвет еще этот раз. Все, не и не получилось. Но здесь два саппорта принимают Блэка. Блэк умирает однозначно. Эфвай пытается уйти вместе с Финриером. Финриер будет кастовать, наверное, ТП здесь отсюда, но есть у ребят. Да, и Финриера сбривают моментально. Что у нас опять же на верхней линии? Джун поджидает Супера. Есть Мирасфера. Есть Санстрайк, но Санстрайк попадает на крипу, по-моему, еще. Или нет? Так, ну башек-то будет? Что-то не пошел. Сейчас баш прилетел еще. Скайбрайт Мэйдж сюда. Какой-то достаточно странный был Санстрайк. Сколько там экзорта? Ну, 4 экзорта. Да, там по крипу, естественно, еще пошло. Потому что слабовато летело. Ведь один и пожито посильнее сейчас. Сайт снова не попадает станом, возможно, хотят зафармить именно всю пачку, можно было еще и фрай серьезно прохарасить тут. Сейчас, по-моему, это точка че. Мэйдж, 5 уровень. Эй, поэтому парню фармить 6-й. Может как-то он сам самым фурионом через пруд и убивать. Так, Феррари забежал, забежал экзамфизм. Чеджун также здесь находится у нас. В чужих лесах. Что проведен экзамфизм. Так, быстренько догонять эту вещь, но... Понимаю, что под экзорцизмом драться не стоит, плюс их байтили как-то на свое ХГ сюда, возможно, здесь кто-то оказался бы еще. Но прожатый просто так действительно экзорцизм от Банши. Было не столь нужно. Но все равно, как бы, Invictus Gaming, ну и что, ну экзорцизм, ну 80 секунд, хорошо там, да, куда он у тебя еще будет. Не столь важно, на самом деле, так как вышки пока что не пушат, ничего не пушат, бегают два саппорта, всех убивают. Прайскинг 3-0-3, Чи 3-0-6. 9 фрагов, Лешрак 3-0-6. Так, Джон. Очень медленно, что поле здесь Федриру. Далее Сайленс по Джуну, успели ждать слоу, но уходит он спокойненько со скролла. Драка у нас продолжается, кстати, тем временем снизу. FY успел убежать, Феррари отправляется в таверну. Кстати, не было экзорцизма, возможно, именно поэтому Чуань имеет ультимейт, теряет ультимейт. Конечно же, теряет здесь, собственно, еще одну свою жизнь. Стан дали по FY, но... Добить не получилось. Хотя 24 хп у Виспа, там разочек плюхнуть бы еще по нему. Ну что ж, сейчас более-менее уже подрались Vici Gaming. Да, ну Скайврат отъехал, но ничего страшного. Забрали в Райскинг, забрали Баншу. Все очень даже неплохо сейчас было для Vici Gaming.
почитаю я ваши жалобы в чате. Снова. Нет, ничего там интересного нету. Говори погромче, пожалуйста. Вот, как раз я начал читать все комментарии. Ребят, я говорю, вы не представляете, насколько громко я просто сейчас говорю. Я даже покрикиваю, даже это так называется. Действительно, даже просто покрикиваю. Буду я менять в скором времени микрофон. Узнал я, в чем проблема, звуковая карта, все дела. Поэтому нужен микрофон через USB. Если, кстати, даже кто знает микрофоны хорошие через USB вход, мне там в чатик или в ЛС куда-нибудь ВКонтакте. Очень признательно. Поэтому просто чем быстрее я найду себе хороший микрофон, чем быстрее я себе его привезу, тем быстрее будет качество звука, естественно, лучше. Паралит. Экзорцизм. Будут ли тратить на эту вышку экзорцизм? Также здесь засада сейчас. АССС Виспон находится. Джун. У Джуна есть хроносфера, успеет ли он ее поставить? Просто не будет, сразу очень мало здоровья. Осталось ни одного бэктрека. О-хо-хо, запала. Быстренько сбривает у нас здесь в Райс Кинга. Феррари также получает голуби последнего. Иксай пытался прокастовать что-то. Кинул свой кирпич, но слабовато он там пролетел. Минус 2. Так, хроносфера от квести с Войда ужасно. И убежал на Без спасения прилетели, кстати, на нижнюю линию, быстро там разобрали Таур, возвращаются обратно в мидлейн, и очередная хорошая драка для Vici Gaming. Именно не от Vici Gaming, а для Vici Gaming, потому что IG дрались очень плохо, эти хреносферы, ну да, там Метеорит, Бласт, конечно, влетели, хоть кое-как, там задели, по-моему, и Кентавра, еще кого-то, но хреносфера была ужасный. Райскинг также не имел ультимейта. Банша, экзорцизм напрасен, естественно, потому что убили мгновенно. Райскинга не почувствовали просто. Вместе с флеером там стерло в кости, вот эти кости, стерло в порох. Точнее, вот так даже будет правильней. Ну и пауза, чи у нас сейчас будет перед присоединяться заново, реконнектиться. Да, здесь вот что-то в чатике пишите про Виспа, ребят. У Виспа не было и нету до сих пор оверчаржа. Если Висп фуловый, отхилить ему через тизер не получится. Понимаете это? Вот объясню просто, там в чате разглагольство такие, что вот Висп, почему не дает тизер, можно хилить в два раза больше. Хилить в два раза больше не будешь ни в, вообще ни в каком случае. Ты просто не сможешь два раза больше выхилить. Ты сможешь выхилить тебя и выхилить его. Вот, собственно, и все. Висп фуловый. Здоровье, ты человеку через тизер не пополнишь никаким образом, потому что у тебя не нет. Блэк сбили с чуами, соптали с дампидом, дали мистик флэр, и все, быстро запустили кастовать скролл. Ну вот, достаточно неплохо ганг был на Айскинга. Так, Феррари сейчас, ох, как тянет его по щекам. Налупливает. Динает вышку еще свою в миде, правильно делает. Dire's middle tower has been denied. Звук доты, что звук доты? Radiant's bottom tower is under attack. Не нашел интересного, вернемся мы обратно, собственно, в игру. Я люблю, на самом деле, так чатик бывает почитать, пишут интересные вопросы, да интересные вещи также бывают, там аналитика толковая, вот. Мне бы сейчас, наверное, кто-то даже здесь
Каспер какой-нибудь послал бы, говорит, какая там аналитика, может быть, в чате. Но нет, на самом деле бывает в чате адекватные люди в Твиче и пишут адекватные вещи. А бывает наоборот, собственно, неадекватные. У Блэка есть практически став. Тут мода собирать еще форсас на Кентавра Барунера. Да, действительно полезно. Ты можешь и толкаться, и выталкиваться. Да, что хочешь, можешь делать. Ну, мне так больше вот мейл, так как 1300 хп, получил знамя Синхотра. А Павелев, повернулись быстро Джуна, Циханасферой. Немножечко не успел, они все убежали. В миде тем временем Тини рушат очередную башню. Ну и разменивает ее поставлю сверху. Вот оно преимущество, которое было у Invictus Gaming когда-то, там, да, 2500. Начались драки хорошие с 8 минуты, то есть вот где-то вот здесь вот в лесах начали загуливать IG, и, собственно, сейчас преимущество 4000 в пользу Witch Gaming в золоте. В экспириенсе ситуация такая же, в районе 4000 игроков. Поэтому прям похож идеально. А, по артефактам. Что у нас по артефактам? Есть Мидас у Иксая. Но я не думаю, что он ему, конечно же, здесь поможет. Хотя 10 уровень есть у Инвокера. Мидас может будет расти и расти и расти еще быстрее. Джун, Мом, Пауэр, Трэдс. Феррари, Ветра. Это вот единственный артефакт, который вообще может его спасать каким-то чудом. Ну, Чи, естественно, есть Арканы. И Чувань есть Пауэр, Трэдс. Это все очень хорошо. Эфай. Ботл, Дапок. Урна. Пауэр практически еще имеет у нас уже Мекку. Так, да, будет серьезно, там тени можно будет выхилить по одним кликом. Тени выключишь 600 кп и барабан, и остается 500 голды до Аганима, а там меткой щеки разминать он будет явно своим оппонентом. В смоках сейчас здесь крутится немножечко Witch Gaming. Хорошо себя чувствуете? Сейчас чуваньки же подойдет, сломает. А, ну его же только что поставили, господи, что я сейчас завтыкал немножечко. Я думал, вард здесь уже стоит довольно долго, а это поставили как раз таки, оказывается, на сервер. Так, Блэк в засаде. Есть, кстати, Стампид, но также есть и Хроносфера у Вайда. Его подбегает на верхнюю линию. Феррари заходит у нас через леса. Супер. Не успел отсюда улететь. Ох-ох-ох-ох. Далее еще и Сален сверху. На Стампиде еще и Форстаф навели отсюда. Хорошо, спасли Супера. Потратили, конечно, весь прокаст. Войд с Момом. Отлично. Успел прибежать, но он получал очень много от Мистик Флэйра. Практически чуть не умер. Хорошо, тоже там успели его стереть за баш. И отошел, по-моему, в сторону еще Джун, наконец, Мистик Флэйра. Так, практически умер. Ну, один скайврат за весь проказ. Witch Gaming превейтит драку сейчас. В тот момент, когда XSS с Эфаем ломают Таура, пол Таура они там сбрили. Можно еще, кстати, побить здесь неплохо. Есть Ульвер Чардж. Сейчас Тюни там со своим костылем наламывает эту вышку. И минус второй Таур. Radiant's bottom tower has fallen. Так, также здесь есть Супер и Блэк. Чи, у Чи сейчас проблемы. Чи подстанили, разрезали ему там брюхо. Фраг остается Фуриону. Сейчас все, ассистент все прилетело. Вот эта вот ветка. То дерево какое-то, что здесь в руке. Чувань, ты в порядке? Нет, Чувань не в порядке, это явно. Да, у чувака есть ультимейт, да, почему бы заново еще раз еще не попробовать. Дали Сайленс, полетел голый, на Стампиде прилетели, Джун поставил Хроносферу, хорошо подмол, нарезает Фенриру, Санстрайк по двоим, Блэк также будет здесь страдать, и, возможно, не стоит на самом деле идти за Райскингом, сам ошибся, хотя прилетел сейчас Айсайсай сюда вместе с Виспом, накрутили Ветра Айсайсайса, поэтому не успел он за баншей добежать. Инвокер также харашеный. А, ты, ой, прошу прощения, за инвокером, как раз таки банша его здесь не пропоняла. Ну и что ж,
Минус 3 у Вичи Гейминг, разменяли на одного в Райс Кинга. Вдруг тут армлет появляется. Потихоньку-то так. И инвокер с некрономиконами. Практически он их имеет, да, там осталось рецептик принести, как бы полный кров он уже нафармил. Radiant's top tower is under attack. 200 есть у PSD свой. Да что это будет? Молнии какие-то? Что скорее всего не думаю, что сейчас будет заваривать какой-то другой артефакт. Конечно, как ассусос наваливает по этим вышкам, это безумно. Radiant's top tower has fallen. Так, ну то по таурам-то явное преимущество есть у Vici Gaming. Осталось 2 внешних таура, здесь осталось 4 вышки на стороне Dire. В золоте 4000, счет 14-10. У нас многовато четверок сегодня. Странный крип. Что ж, Исай спокойненько, кстати, формирует у нас верхней линии, и правильно делает, кубится, телепортируется, так как буквально секунд через 7 его убило. Там УФ. А хотя нету просветок еще. Что ж, надо драться, Vici Gaming, чё остановилось ты это сюда, ребят, вы фармите, да, ломаете вы, но вы уже в драке сильнее. Если не поднимут тени на ветра, вы разорвете все там абсолютно. Банши, кстати, есть Black and Bar, поэтому Банш убить будет действительно труднее остальных. Там еще и потолще, и ветра кого-то поднимет, и БКП, что-то 10 секундное. Да. Radiant's top tower is under attack. Разводят сейчас на иллюзию виспа здесь. Поведутся ли IG? Radiant's top tower is under attack. Так, немножечко попикали. Снизу у нас был прожжён стампит, переехали в Райс Кинга. Radiant's top tower is under attack. Да просто IG возвращает дефит свой таур. Там таура меньше, половина хп. Его сломает в любом случае. Вот сейчас, кстати, хорошо, по-моему, придумал супер, то что надо бы зайти на Рошана. Можно убить этого парня. Вот, вот он, настоящий билд Фуриона. Вот эти вот артефакты, собственно, ему только и нужны. Есть нереальный сайленс какого-нибудь, не знаю, там инвокера, свой, кого угодно. Да, важного какого-то персонажа даешь сайленс. Дезолятор. Какие 3-0? Какой бы ты? Забудьте его. Он для дизоль. Имеет сейчас у нас Аегис еще есть. Также гиперстон. Что это будет? Какие-то молнии заваривать? Кирасу или что? Помню, вчера ICSS после гиперстона начал варить Black and Bar. И я ставил так гиперстон вообще. Такой артефакт. Из него не делал. На сегодняшнюю схему Тини в айтемах. Графики все так же растут в пользу Vici Gaming. 6 кусичей сейчас они имеют. Ну, в экспириенсе, понятное дело. Ой-ой, в экспириенсе как подскочили здесь. 2000 это не экспа. Ладно, там 5-6 еще было бы, я бы сказал, что да, это какое-то преимущество до 25 минуты. Но 1000 это уже действительно совсем мелочь. И Vici Gaming выфармивает все свои леса. Стоит ли вам фармить? Да, там есть... Хотя нет, также есть и Врасинг. Пора бы уже там у нас включить Творс, смотреть. Стини 12000, Фурион 11200, Банша 11, Докер 10. Если свой 7700. Войт стоял соло-хард, поэтому ему это простительно. В России, кстати, также начинает собирать хорошие артефакты. 4600 он имеет пока что всего лишь, но есть уже какой-то армалет. Почему не молнии? Я, к сожалению, не знаю. Обычно собираю какой-нибудь мейл молнии. Саппорт на скинга. Даже не на саппорт, например, собственно, то же самое.
сейчас была анимация типа Portal здесь. Dire's middle tower is under attack. Че? Останили, кидали вверх, дали вверх. По лицу Джун поставил Бенасеру и быстро набивал кепфайр. Блин, еще и страйков, как бы, шаблона с страйков. Фло, Блэ, Айсайд Тайс нашли Джуна, Стань и Таур, знак моего парня. Безликого. Супер, в погоне за Чуанем, Иксаем, ваншап, только сломали ультимейт, ворвался Иксай, хорошо дали весь прокаст, Блэк. Дальше, будут убивать естественно Паншу, Феррари может пошивать Блэкинг Бар, сняли ультимейт в райскингу, тем самым, Али может сказать выжить немножечко Феррари, но вопрос, выживет ли он. Очень хорошо деревья. Ну, блин, дело поставили, да, вижу. Не отпустили Райскинга своего ультимейта. Так, а вот Иксайта уйдет, да, спокойно. Уходит с блинка, разворачивается, бежит в другую сторону, был вижен. Здесь ваншат снова крутится. Остальные, да, Саленс. Смотрели. Чем это артефакты не лучше, чем 3-0, Кэблотмейл и Молнии? Намного, по-моему, лучше. Байбек, кстати, у нас супер. Можно прилетать, можно давить на линию. Нет техносферы, нет никаких прокастов, почему бы и нет? Есть Аегис у Тини, собрал Кирасу. Не знаю, я почему остановились сейчас гейминг. Кто он будет дефить с молом, если свой? Навряд ли. У этот также появляется Блэйдер. Тени, конечно, страдают очень серьезно. Подкидывает там заново, берет и об землю шлепает. Чувай, появился армлет 1800 хп. С армлетом. Radiant's middle tower is under attack. Садись, ультимейт Дорф ворвался, Фестис Войн поставил на F2 Терносферу, Айс-Айс-Айс. Ну там, пожатый БКП. Естественно, нету виспа, висп должен на самом деле байбекаться, лететь, потому что Айс-Айс-Айс сейчас будет отдавать Аегис, его надо как-то спасать после этого. Да, сбривают Аегис, очень, конечно, мало здоровья осталось у Чуаня. У Чуаня также нет ультимейта, ворвался Блэк, есть Блэкинг Бар, хорошо. Быстро сбрили в Райскинга, Айс-Айс-Айс, нужен БКП тебе тоже, брат. Феррари бегает, ох, как хорошо на развороте, просто веткой по щам выдал, женщине Иксай. Накрыл с головы. Так Иксай, Джун ворвался, просто Джуна сейчас не почувствовали, подумали. Джун там еще застанился, по-моему, самым себе, ну, Аптине. Ну и что ж, 5 в 1, очень хорошая драка, 5 в 2 хорошо там. Радиенс потратил Тини, но появится сейчас БКБ, скорее всего, у Тини. Будет куда попроще драться. Тени не стесняется. Можно еще даже зайти, по-моему, по тауру посмотреть. Вот сейчас уже посмотрим. И что, прилетал Вис? Или он? Мека будет? О, короче, хорошо. Тени. Минус правда. Ой, Тини убивает Карин. Что, Тини? Radiant's top tower has fallen. Все, что, ушел, есть ультимейт. А теперь не должны здесь сбривать максимально быстро, на самом деле. Но решили даже просто не убивать Чуаня, спокойно уйти. Мне кажется, ничего бы не было. Кстати, виспы полетели ломать с Тини вторую сторону. Оставили здесь Тини, Чувань прилетел, у Чувани есть ультимейт, Чувань теряет ультимейт, Айс-Айс-Айс очень сильно замедлил здесь, влетел санстрайк ему в лицо, но стампиди уходит. Очень хорошо Блэк прожал кнопочку, дал стан по двоим. Дальше что? А почему не было Мистик Флэра? Можно было бы Мистик Флэр дать. Блэк проставит себя на хайграунд. Отличная игра от Ичи Гейминг, просто великолепная игра. Брион засуицидился в баранье, но это минус 3 стороны. Это минус 3 стороны от Twitch Gaming. Good game от Чуаня. Превосходная игра от Twitch Gaming, просто нереально хорошая игра, действительно. Как сейчас чат сделали эти парни? Как вообще можно было так паузу поставить? Ну что ж...
2-0 Vici Gaming. Vici Gaming выходит в финал, в гранд-финал